Много будет негодяй, а это значит, все наши будут жить только настоящим, таким потрящим. Будут чувствовать тоньше, идти дальше без фальши, любить больше. Безграничное, что-то бесконечное, как небо и вечное, как лето. Где-то радость момента полета, с каждым глотком новый тон, вкус жизни, вот он. Вася, я тоже хочу лейс. А? Я мигом. Вася! Вася! Я забыл, какие твои любимые. Чипсы лейс. Захрустишь, не устоишь. Здрасте, дядя Молочник, меня мама за молоком прислала. На, держи. Спасибо. Сынок, мне в сметанке. На здоровье. Спасибо. Молочка. Маслица. Молочник, кефиру. Так бы сказал. Веселый молочник, весело живется. Продукция компании Бимбельдан. Где бы вы ни оказались, вы всегда встретите людей, которые слышали о шампуне Clairol Herbal Essences. Слышали о его природной силе, натуральных экстрактах и чистой родниковой воде. Фантастика! Но настоящая фантастика – это волосы от Herbal Essences. Да! 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 Будьте любезны и мне пару бутылочек. Herbal Essences – абсолютно естественное желание. Ямарка, классная марка, для веселого досуга, угости себя и друга. Ямарка, классная марка, Ямарка, вкусно, не будет грустно. В этом году урожай обещает быть добрым. Собери и отправь штрих-коды с литровых упаковок соков «Добрый» по адресу 107-207 Москва, абонентский ящик «Добрый». Пришлешь больше всех, уедешь домой на «Добрый» Ниве с прицепом. Не повезло с Нивой, можешь получить «Добрую» сумку. Раз в неделю вручаем один автомобиль и 1000 сумок. Подробности в «Комсомолке» по пятницам. Собирай «Добрый» урожай. Ни гари, ни запаха. Злато. Масло высшей пробы. Гарнир «Фрукти свежесть». Волосы долго не пачкаются, даже после метро. Даже после бистро. Гарнир «Фрукти свежесть» с активным концентратом фруктов. Это доказано. Волосы еще сильнее, еще свежее, еще легче. До самого рассвета. Гарнир «Фрукти свежесть». Новая сила и блеск волос. Гарнир. Iron Brew. Пейте охлажденным. А тем временем гонка продолжается. Небольшое подкрепление в пути. Это же новый Орбит Белоснежный с сочным фруктовым вкусом. Он сохраняет зубы ослепительно белыми. Отличный выбор. Но посмотрите, сколько фруктов. Напряжение растет. И он единственный, кто смог сохранить голову в этой безумной гонке. Вот это финиш! Новый Орбит Белоснежный фруктовый. Ослепительно белые зубы и защита от кариеса. Теперь полезные свойства оливкового масла в новой форме. Новая Рама Оливио. Жизнь в солнечном свете. Я открою тебе вкус любви. Я утолю твою жажду. Я люблю тебя. Соки и нектар я. Поцелуй лет. Самый сочный поцелуй.
будут смотреть на меня. Мне кажется, я ничего не знаю. Не волнуйся, все получится. Ведь у тебя есть свой секрет. Есть, причем новый. Просто дезодорант? Просто, перед камерой нет, только секрет. А что в нем особенного? Ну, секрет защитил бы и тебя. Но создан специально для меня. Новый секрет крем контролирует потоотделение, усиливает свежий аромат, когда вы активны, и содержит бальзам, смягчающий вашу кожу. Новый секрет – тройная защита. Тройная защита помогает женщинам в самых волнительных ситуациях. Секрет защитил бы даже мужчину, но создан специально для женщин. Ты где? Ты где? Я где? Я где? Ты где? Я где? Ты где? Ты где? Я где? Ты где? Кока-кола открывает все границы. Выиграй тур по 5 континентам и расскажи об этом всем по новому мобильному телефону Alcatel. Выиграй лето без границ. Продолжаем обзор криминальных событий. В ходе проведения операции «Транзит для дьявола» сотрудникам ФСБ Приморского края удалось пресечь незаконную деятельность нескольких главарей сахалинских преступных группировок. Граждане Багдасарян, Каравайцев и Казимир готовили контрабандный транзит особо крупных партий наркотиков через границу Российской Федерации. Благодаря слаженной работе оперативников выявлено сотрудничество криминальных сообществ Сахалина с Леоном Файгером, международным наркоторговцем и террористом. Подробное освещение операции «Транзит для дьявола» с понедельника по пятницу на российском канале. Кто вы? Что вы? Я не Сорокина. Что-то мне боюсь. Но зато знаменит. Я думаю, что нам любовь не и стань звездой. 25 июля в Екатеринбурге, 29 июля в Санкт-Петербурге, 2 августа в Москве.